ребят с нашего двора. Макс, расскажи, в чем сегодня была сила автомобилиста, за счет чего в первую очередь удалось добиться победы? В первую очередь за счет большинства, ну и в целом неравных составах. То, что здорово реализовали большинство и в меньшинстве неплохо сыграли. В принципе, у нас есть определенная схема игры, мы ее не меняем, за исключением каких-то мелочей, там, где кто встанет на вбрасывание. В целом мы делаем одно и то же, весь сезон одинаково играем. В целом по арене как-то вот вы замечали вот эту поддержку? Да, безусловно, особенно после игры мы ехали по кругу, и такое чувство, что были дома, потому что вся арена в красных флагах, это очень приятно. Да, спасибо большое, поддержка сумасшедшая. В чем были лучшие? Ну, наверное, после большой паузы немножко было тяжеловато вкатиться в первой игре. А добавили, наверное, больше в агрессии, в атаке на ворот и в уверенности. Наши болельщики, это мы без них никуда, как бы играем для них, для города. И сегодня на трибуне их было много, как никогда. Спасибо им большое, что приехали поддержать нас. Ну, многие говорят, что плов без вратаря никуда. И у нас, мы очень рады, что у нас два прекрасных вратаря, Женя и Вова. Они нам помогают, всегда поддерживают нас, держат в игре, когда даже тяжело. В общем, я думаю, что плов без вратаря никуда. Ребят с нашего двора.